Пасмурное небо и моросящий дождь рекордом не помеха. На стадионе «Торпедо» прошел осенний фестиваль ГТО. Праздник спорта посетила наша съемочная группа. Андрей Николаевич, как забег? Отлично. Идем второй. Призвать заниматься спортом и вести здоровый образ жизни сотрудники администрации округа решили собственным примером. Нормативы ГТО они сдают вместе со школьниками и всеми желающими. Мы в Люберцах, это территория спорта, и мы, по сути, постоянно проводим нормативы сдачи ГТО. Приглашаем всех школьников, ну и всех, кто желает подтвердить свою спортивную готовность. Я думаю, все посильно, надо просто постоянно заниматься физической культурой и спортом. И я думаю, даже такие нормативы будут щелкать, как орехи. Бег, прыжки, отжимания, подтягивания и упражнения на пресс. За один день свою выносливость и физическую подготовку протестировали 250 человек. Прийти на стадион в дождливый осенний день школьников заставила не только жажда спортивных достижений. Цель – показать хорошие результаты в будущем, если получу золотой значок, при поступлении поможет. Просто каждый год сдаем ГТО, и также в этом году. Погода не проблема для спорта. Сдавала отжимания, растяжку – это наклон, потом пресс и прыжок в длину, но все на золото. В рамках осеннего фестиваля ГТО до начала ноября сдача нормативов будет проходить каждую субботу на разных спортивных площадках округа. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.